Что касается внутри страны, новый элемент – это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры, что мы вот мирные, мы вот хорошие. Вот понимаете, мы уже не хотим противостояния. Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит. Об этом мы еще скажем. Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб для передачи власти. Они нам подкидывают другую сторону и требуют ни много ни мало передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно. Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер для того, чтобы остудить некоторые горячие головы из бывших прикоритников, как они их называют. Там бывшие, там обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список.